Усім привіт. Ми починаємо наш черговий AI Tonight. Це вже третій, і я бачу серед вас дуже багато тих, хто до нас часто приходять і відвідують нас на кожне ML Training, на кожне AI Tonight. Дехто з вас у нас вперше, тому я коротко розповім про те, що в нас тут відбувається, чим ми тут займаємося. Це компанія Rails Reactor, яка з радістю проводить всякі мітапи, конференції, воркшопи на різні тематики, включаючи в першу чергу на тематику штучного інтелекту, машинного навчання. Іноді ми спілкуємося про дизайн, іноді про JavaScript, іноді про .NET, ще якісь ентерпрайзові технології. І завжди шукаємо щось нове. Так що, якщо у вас є ідея, прагнення провести будь-який мітап, воркшоп, але немає плейса чи хостом, давайте знати, розглянемо цей варіант. Довго не будемо про рекламу. Зараз ми переключаємося на наших спікерів. Ми почнемо з Ігора Костюка, який буде розповідати про те, як саме вони мечать одяг, які технології для цього використовують, що працює, що не працює, і взагалі, як ML проживається у фешн-індустрії. Слово Ігорю. Окей, спасибо, всем привет. Кстати, кто-то был на митапе в Лохике, когда этот же доклад... Ага, все руку поднимите, кто был. Тут только три человека, окей, тогда, в принципе, можно особо не переживать, но слайды тут новые есть. В общем-то, небольшой introduction. Я в последнее время работаю в нескольких проектах, так или иначе связанных с искусственным интеллектом и с фэшн-индустрией. И, ну, в принципе, могу рассказать, какие подходы в основном там используются, какие датасеты мы для этого собирали. Ну, мы искали open-source в интернете, обзор пейперов, бизнес-задачи и все такое прочее. Раньше было принято смеяться над роботами, которые ничего не понимают в таких вещах, как ну, там, мода, фэшн, одежда и все такое. Вот из массовой культуры глупенький терминатор не понял про очки. Мультфильм Волли, причем, заметьте, у всех проблемы почему-то именно вот с тем, что надевается на глаза. Но сейчас на рынке присутствует устройство от Amazon, Echo Look. Ну, то есть это штука, которая вас фотографирует и может сказать... какая из двух ваших фотографий лучше. Ну вот пример, собственно, с их основного сайта. Кто-то согласен с тем, что вот эта фоточка лучше, чем правая? Ну, окей. Да, возможно, ты прав. Ну, чисто датасет, возможно, был собран так, где лайков было больше у барышень, у которых были такие кофточки. Ну окей, допустим, здесь, либо здесь. У меня ни одного предположения нет. Черный ящик работает, но как-то не совсем очевидно. Итак, собственно, по тематике, о чем дальше будет рассказ, я решил поделить его на таски, которые решаются вот с помощью AI в фэшн-индустрии. То есть, во-первых, это сегментация, то есть когда у нас есть фотография человека в одежде, нам нужно понять, где у него штаны, где кофта, где футболка, где что-то другое, нам нужно, собственно, распарсить эту фотку. Нам нужно потом из базы данных вытащить что-то либо похожее, либо подходящее по стилю, либо... что-то из базы, совместимое с тем, что мы распарсили в первом пункте. Классификация. Ну, тут все понятно. Это задача поиска бренда, текстуры. Например, даже я видел датасет, ну, Deep Fashion со стилистикой, то есть стилистика бейсбол, либо стилистика Микки Маус. Вот такая классификация может быть. Мы можем что-то рекомендовать. То есть вам подойдет, кроме вот этой шмоточки, еще вот такая... Более интересная тема и более современная — это генерация изображений, то есть генерят много чего, я дальше об этом расскажу подробнее. Чат-боты и вообще генерация любых комментариев к фотографиям и ну, как бы, названий, что-то такое. И на удивление, то есть чат-боты довольно частый запрос вот именно из фэшена, что мы хотим чат-бота, который с вами разговаривает о фэшене. Причем делает это дружественным образом, не говоря никому, что он плохо одет, желательно. Итак, любые Data Science проекты, в принципе, они же как бы начинаются с данных. И у меня сейчас дальше будет обзор всех paper, всех датасетов, которые гуглятся открытые в интернете. Собственно, первый, который мы находим, это фашиниста датасет. Он хорошо размечен, ошибок там почти нет, но у него есть два больших минуса. Первый минус — в нем 685 фотографий, что довольно мало как для ML-датасета. А второй большой минус — что на этих 685 фотографий там 59 различных классов. И это приводит к тому, что ну, для некоторых
вещей у нас очень-очень мало картинок, то есть там, допустим, для перчаток их всего 11, для некоторых там есть вот даже одна, это похожее ожерелье. От создателей этого датасета есть, собственно, пейпер, в котором они пишут, как бы они применяли датасет, чтобы обучить AI сегментации. Ну, он довольно старый, поэтому там техника как бы не самая современная. Есть демка, можно на нее класснуть, посмотреть, как это работает. Более того, идея была эту демку использовать для того, чтобы выпарсить себе какой-то другой датасет, загружая туда свои картинки, вытаскивая их справками. Но работает он довольно плохо. То есть, например, вот класс skin — это лицо, руки, ноги и еще вот такой кусок стены, который… Так что для парсинга датасета, возможно, не лучший вариант, если вы не хотите потом вручную это редактировать. Ну или вот ботинки зелененькие и туфли между ними, вот тут вот маленькие, они есть, вы их не видите. Следующий датасет, он тоже гуглится на первой-второй страничке, CFPD, во всех почти пейперах с ним датасеты сравниваются. Все то же самое, только у них еще дополнительно есть лейблы по цвету. То есть вот синяя сумка, она будет всегда синеньким контуром на соответствующей картинке, ну и так дальше. Вот у этих ребят они полностью аналогичны фашинисте датасет, самый первый, про который я говорил. Единственное, что у них чуть больше картинок, но все так же очень-очень много классов. Вот, и в принципе, ну как бы эти датасеты, они между собой не пересекаются, и первая идея — приходит собрать все в кучу и как-то вот унифицировать классы. То есть там 150 видов различных футболок, мы можем сказать, что просто это футболка, и все сегменты — это футболка. Ну, так сделали вот эти ребята. Они собрали фашинисту, они собрали CFPD, они собрали какой-то daily photos датасет. Отдельно я его в интернете не нашел, он какой-то совсем мифический. И пишут, что у них получилось 7700 картинок. На самом деле в архиве у них 17700 картинок, а не 7. И я очень долго пытался понять, почему больше, и пришел к выводу, что есть еще некий упоминаемый у них датасет Chictopia 10K. Это просто напарсенные фотки с сайта chictopia.com, и вот они его включили туда, но не написали об этом, собственно, в описании датасета. Датасет выглядит вот так вот. Следующая вещь — это те же ребята, которые собрали ATR, они вот собрали новый датасет, они назвали его LEAP, там уже 50 тысяч картинок, и вот если ATR — это верхний, то LEAP — это вот эта вот строчка. Какие-то есть очевидные идеи, почему, чем он отличается от ATR? Ну, в принципе, почти все правильно. То есть если вот это фэшн, где все стоят с луками ровно и полностью сверху донизу, ну, человека видно, то тут есть что попало. И если вот в этой строчке это еще хорошие примеры, то есть они специально, наверное, в пейпере их выбрали, то у них есть что-то типа вот этого вот. И таких фоток большинство, что на нем, ну, когда я в прошлый раз это показывал, спрашивал, кто-то может определить, что тут изображено. Я не знаю, я вот только надеялся, что не что-то неприличное, потому что я этого не замечаю. Вот, ну, как бы черт знает. И таких картинок там большинство. Идеи, что это? Ну, а вот это что такое? В общем, все плохо. Даже люди сложно понимают, что изображено на этих картинках. Лейблы какие-то есть, но не везде. Например, вот нету лейбла просто кожи. И там, где вот лицо есть, рука левая, рука правая, но вот у ребенка здесь, ну как бы он без одежды, просто черное пятно, у нас нет лейбла кожи. И, ну, он очень плохой и неточный. Ну и есть еще такой интересный датасет из тех, что гуглятся вот на первых двух страничках. Это там, где много людей одновременно на фотографии. Как его использовать, я, честно говоря, не придумал, но вот ATR плюс все те, которые были до этого, мы слили в один большой и использовали для обучения нейросети для сегментации. Есть еще самый популярный датасет Fashion для задач решения фэшна с помощью AI. Это Deep Fashion. Он состоит из многих разделов. То есть здесь как есть кусочки для image retrieval,
так и, собственно, для генерации картинок. Вот генерация картинок меня в этом случае заинтересовала, потому что они сказали, что у них есть, собственно, распаршенные сегментами оригинальные картинки, ну вот оригинал и сегменты к ней. И теоретически мы можем использовать вот это вот для сегментации. На практике получилось нет, потому что все предыдущие, они довольно большим разрешением обладают, то здесь 128 на 128, и если его скейлить для большего разрешения, либо те уменьшать, то получается какая-то фигня. Недавно совсем нашелся paper, ну вот это этого года, буквально там месяца два или полтора назад, с новым датасетом. Они его назвали ModaNet, причем, что интересно, пока что я не нашел конкретно отдельного линка, где его можно скачать, то есть там есть все описание, все, что только можно, сравнение со всем, то, что я только что описал, кроме линка, откуда скачать. Возможно, нужно писать авторам и говорить, что для ресерча это нужно. И по идее эта штука офигенная, потому что здесь 55 тысяч картинок, которые по пиксел-левелу, собственно, сегментировано. То есть есть сегменты, плюс баундинг-боксы, плюс все, что нам нужно, и довольно много классов. Вот, поэтому, когда это можно будет скачать, то сегментация одежды станет чуточку проще. А, собственно, вот их классы, которые есть в этом датасете, их меньше, конечно, чем предыдущих, но, в принципе, вся основная одежда, которую можно слить в кучу, здесь присутствует. По поводу как именно делают сегментацию. Если серчить все пейперы подряд в интернете, то это обычно различные вариации юнетов. Собственно, схема оригинального юнета, его использовали когда-то впервые для сегментации биологических снимков. Это из их оригинального пейпера, то есть то, что нужно было сегментировать. Цвета — это то, что выдала нейросеть. Желтый контур — это ground truth, то, что должно было быть. Соответственно, с клетками здесь, здесь. То же самое. Различные вариации fully convolutional сетей. Например, вот человек их использует для того, чтобы сегментировать дороги для задач автономного драйвинга. Вот. Но это все, конечно, классно, но оно не решает одной очень простой проблемы. Это когда у вас и все предыдущие сети, они одновременно на человеке могут найти, скажем, платье, футболку, либо штаны и юбку. Ну, чего как бы это естественно, miss detection, но чего в жизни не бывает. То есть обычно мы можем использовать информацию о всем сете, о чем, во что одет человек. То есть, ну, если у вас есть футболка и джинсы, то логично, что платье на вас быть, скорее всего, не может. Поэтому эту информацию можно и нужно как-то учитывать. Ну, или вот здесь вот типичный пример, что выдает какая-нибудь очередная fully convolutional сеть по сегментации этой картинки. У нас тут есть и кожа почему-то, и платье чуть-чуть внизу, и блузка, и одновременно футболка тут же надета. То есть, ну, мы должны учитывать эту информацию. И как вариант, в сеть можно добавить отдельную ветку, которая обучается просто классифицировать то, что сейчас у нас есть на картинке, то есть именно классы, то есть платье, штаны. Ну, то есть у штанов должно быть меньше confidence, чем у платья, и, собственно, эту ветку используя как некий вид фильтра, после чего мы снова разворачиваем картинку, у нас получается не будет таких багов. Конкретно мы используем для сегментации Masker CNN. Одна из причин, потому что в интернете есть, собственно, хорошая очень имплементация от самих создателей, это Facebook. Ну, логично, что Facebook, скорее всего, стоит доверять. Это выглядит как обычный faster CNN, просто в него добавляется еще одна веточка, которая генерирует бинарные маски для каждого bounding box, который мы нашли вокруг нашей предмета одежды. Штука уже предобученная и довольно устойчивая, то есть вот на какой-то современной фотографии из их репозитория пример, вот доменный сдвиг в старые фотографии точно так же хорошо находит всех людей. Обучается изначально, вот, собственно, для вот этого, но на CocoDataSet, в который можно снова-таки зайти на их сайт, посмотреть, какие классы там есть и для чего вы можете использовать эту нейронную сеть. Например, вот товарищ мой ее использует, хочет ее использовать, чтобы капчи пытаться распознавать. Что будет, если мы просто возьмем датасеты, из, вот те, которые я только что перечислил с одеждой, и запихнем в Masker CNN? Получается
Вот что-то типа этого. С этими картинками у меня связана следующая история. То есть изначально, когда мы пытались ограничить количество классов, которые мы хотим распознавать, мы убрали кожу. То есть, ну, как бы вот очки у нас есть, upper clothes, штаны, там, сумки, все есть. Класса кожи не было. При этом у нас не определялся параллельно с этим класс shoes. То есть тапки не находило ни при каких. Все было то же самое, просто без класса кожи. Мы вернули в датасет класс кожа, и внезапно стали находиться кроссовки, тапки просто превосходно. Я не могу это объяснить, но такой факт был. Кроме того, вот эти вот вылеты bounding box в стороны, они связаны с тем, что вот где-то вот здесь вот наша сеть нашла один какой-то маленький пиксель, который, возможно, принадлежит этому классу, и решили мы это тем, что сначала мы находили shape человека, то есть bounding box вокруг всего человека, а уже потом в нем искали вещи. Это немножко по времени нам просадило, конечно, но стало без вылетов в стороны. Как-то так. Еще один из способов, которым мы пытались улучшить конечный результат выдачи нейронной сети, это попробовать нарисовать ауру человека. Ну, ладно, я шучу, это не аура, это средняя картинка по различным классам. Например, вот это вот по классу кожа, то есть кожа — это включая лицо, поэтому логично, что люди иногда одеты, где не видно рук, ног, и только лицо, поэтому светится. Больше вот это вот волосы, это средние штаны на всех картинках. Это платье, здесь можно сделать вывод, что короткие платья чаще бывают, чем длинные. А вот это вот сумка, и получается, что люди чаще всего носят сумку на правом плече, чем на левом. На этих фотографиях. Это хороший подход, если мы ожидаем увидеть определенный сегмент в точно заданном месте, но, например, такую вещь, как очки солнечнозащитные, которые человек держит в руках, вот это сразу же убивает. Если это не использовать, то мы их можем детектить и там. Окей, по сегментации, в принципе, основные датасеты перечислил, как это делается, тоже более-менее. Теперь по поводу ретривала, то есть в чем заключается эта задача. Мы взяли человека, мы нашли на нем определенные вещи, и теперь нам нужно что-то найти, например, похожее на ту вещь, которую вот мы вырезали из картинки человека, для того, чтобы… Ну, например, попытаться ему это продать из магазина. Вот вы сфотографировали кого-то на улице, вы хотите такую же футболку, мы должны такую же футболку найти попиксельно. Естественно, для этого нам нужны какие-то датасеты, где есть пары вещей, сфотографированные под разными углами, с разным освещением, с, не знаю, с шумом, не с шумом, с чем угодно, которые с друг другом обладают одним айдишником, чтобы мы могли их как-то смачить друг другом. Первый датасет, который ищется, называется Street to Shop. Состоит он из двух частей. В первом у нас есть картинки, это людей из реальной жизни. Ну, у каждой картинки есть свой айдишник, по которому мы можем понять, что это, собственно, одна и та же вещь. Второе — это картинки того же предмета, но из магазина. Может быть, даже просто кусок ткани с таким же айдишником. Это вот вырезанный кусочек из какой-то шмотки. Датасет, в принципе, хороший и большой, кроме одного «но». Он довольно грязный. То есть там полно вещей, которые пролейблены, например, как платье, но на самом деле это туфли, часы, украшения, либо что-то другое. Там полно картинок почти одинаково одетых людей. В одной из картинки там лейбл, что это штаны, а во втором — кофта. Хотя и там человек и в штанах, и в кофте. То есть это тоже вносит некие сложности в обучение. Ну и работать это должно примерно следующим образом. Собственно, демка от авторов датасета, реальная жизнь. Мы нашли какой-то предмет и смачили его с предметом из базы данных. Второй датасет, их всего два, которые я, в принципе, нашел, если не собирать свой, это тот же Deep Fashion. У них есть два отдельных раздела. Один из них — это ретривал внутри магазинной, то есть когда и та фотография у нас магазинного качества. А вторая часть — это реальная жизнь и магазин, ну, либо же как-то сфоткан отдельный предмет, то есть вот как мы тут видим. В принципе, на этом все, датасеты кончаются по ретривалу, и это большая проблема, потому что, например, вот этот использовать для коммерческих задач вообще нельзя, у них отдельно это указано, и нужно писать авторам, просить пароль от архива, в котором этот датасет находится, ну и писать им, для каких research целей вам он нужен. Ну,
желательно их, наверное, не обманывать. И вот у этих ребят вообще не написана никакая лицензия, то есть черт их знает, можно, нельзя, но в принципе мы пока тестируем на нем, потому что раз не написали, что нельзя, наверное, можно. Как в принципе можно сопоставить один предмет с другим? Ну, то есть классическая идея для этого, если мы используем нейронные сети, то мы берем обычную сверточную сеть, берем какой-то предпоследний слой из нее, либо там макспулим последний сверточный слой самой сети и получаем вектор. Вектор мы можем как бы построить как точку в каком-то n-мерном фича-спейсе. Ну, вот каждая фича она характеризует как-то предмет, и каждый предмет, который мы через сеть прогоняем, мы мапим в это пространство и теоретически ожидаем, что чем ближе эти точки друг к другу, тем, собственно, эти предметы больше похожи один на другой. В принципе, в каких-то приближениях это будет работать, даже если мы возьмем просто ResNet, обученный на ImageNet'е. Единственное, что желательно таки дообучить либо переобучить такую сеть конкретно на вашем датасете, потому что, ну, как есть такая фраза, ну, то есть, что ResNet, он мыслит котиками, потому что котиков было много в датасете, если мы его обучим на ImageNet'е. Собачками, точно, собачками. Окей, ResNet мыслит собачками. И тяжело в терминах собачек описать, например, штаны. Поэтому желательно попытаться эту штуку дообучить. И тут приходит такая идея, как сиамские нейронные сети, когда у нас, собственно, одна и та же сеть, мы прогоняем через нее несколько картинок, получаем к ним эмбеддинги, и наш лосс для этой сети, ну, это одна и та же сеть, просто две картинки через нее прогнаны, мы строим так, чтобы две картинки похожих людей были ближе друг к другу. То есть в данном случае лосс — просто бинарный классификатор. Это один и тот же человек, либо это разные люди. Вторая мысль — это та, которая произошла из техник работы с идентификацией людей по лицам. Это триплет лосс. Когда мы берем три картинки, то есть у нас есть вот три картинки. Одна из них — это наш якорь, это позитивный экзампл и негативный экзампл. Позитивный — это, ну, в данном случае лицо того же человека, негативный — это лицо другого человека. Если говорить в терминах штанов, то позитивный будет — это те же самые штаны, негативный — это какие-то другие штаны. Прогоняем через сеть, получаем эмбеддинги, ну, это вектора, которые описывают наши вещи, лица, что угодно. Ну и формируем для них, собственно, лосс. Формула лосса выглядит так. И основная идея здесь, что расстояние между точками от нашего якоря до позитивного экзампла, ну, должно быть меньше, чем от якоря до негативного. Единственное, что стоит добавить, что учит эта штука только если мы учим ее на триплетах картинок, где мы берем самый ближайший негативный и самый далекий позитивный экзампл. Ну, только тогда. Если мы просто что попало будем брать, она очень долго учится и, скорее всего, не сойдется к тому минимуму, которому могла бы. Ну и в целом архитектура в итоге выглядит вот как-то так. У нас есть наш батч картинок, у нас есть какая-то сверточная нейронная сеть, мы получаем наши эмбеддинги и по этим эмбеддингам считаем лосс, который составляет точки в пространстве, в которые мапит наши вещи. Это нейронная сеть. А одного и того же итема сдвигаться ближе друг к другу, разных итемов раздвигаться в пространстве. В итоге, когда мы много-много-много раз итеративно это сделаем по нашему датасету, то мы сформируем пространство, теоретически, в которое можно будет мапить любую вещь, которая будет, ну, как бы описывать вещь в терминах этой вещи, то есть лица в терминах лиц, штаны в терминах штанов, и сравнивать между друг другом итемы. Существует много вариаций, то есть, например, вот в основном я его добавляю, потому что мне нравится название. Это есть триплет лосс, есть квадруплет лосс. Это мы добавляем еще один негативный экзампл и формируем лосс так, чтобы негативные экзамплы между собой тоже расталкивались. Также пытаются учить одновременно сети, которые, скажем, и классифицируют, и расталкивают вещи между друг другом в пространстве. И в данном случае есть paper, где каждая картинка вот здесь вот, у него очень, стоит сказать, что у него очень специфический датасет. Вот недаром он weak data назван, потому что у нас нету никаких описаний ID либо еще чего-то для каждой картинки. То есть все, что у нас есть для каждой картинки, это вот такие теги. То есть, допустим, на этой картинке есть красный, ну тут нету его, ладно, есть черные лосины, черные туфли, черная сумка. Ну, три тега будут характеризовать эту картинку. Вот эту картинку может характеризовать только тег черная коричневая шляпа, например.
И дальше по intersection over union этих тегов мы смотрим, какие картинки близко друг к другу. Мы типа говорим, окей, если черные туфли, наверное, это один и тот же человек. Ну, как бы, если там много еще каких-то тегов, то это другой человек, и формируем триплеты. Триплеты выглядят вот так. То есть это не всегда одна и та же вещь, не всегда один и тот же человек, но в каком-то приближении иногда это срабатывает. И снова такие триплет лоссом учим, плюс классификатор по тегам, которые у нас есть вот из этих всех, всего bag of words, всех тегов. Пространство, которое в итоге сформировалось после такого обучения, выглядит в данном пейпере вот так. То есть он тут даже показывает, что если мы выделим вот тут кусочек, то тут вот, что он пишет, у нас светло-розовое и белое платье, тут у него там еще какие-то черные и так дальше. Единственное, что я заметил, когда просматривал этот датасет, что там очень много похожего бэкграунда. То есть у тех картинок, в которых совпадают теги почти полностью, их много, то, скорее всего, это один и тот же человек, который сфотографировался стоя с одним бэкграундом, только немножко в разных позах. Поэтому, в принципе, я считаю, что ну, неправильно учить сразу на таких изображениях, потому что у нас сильно оверфитится на бэкграунд в том числе. Ну, у него это как-то сработало. То есть я бы сначала, возможно, сегментировал бы шейп человека, вырезал бы бэкграунд и учил бы на таком, но еще такой эксперимент провести не успели, только создали датасет. Следующая архитектурка сети, которую люди ну, пытаются просто, чтобы модифицировать обычную сверточную сеть, чтобы это работало лучше, выглядит вот так, они ее даже назвали VizNet. Это ребята из Индии, разработчики Flipkart, по-моему, у них называется этот ресурс. Это индийский Amazon. Кстати, недавно Amazon купил индийский Amazon, и теперь Flipkart — это часть Amazon, насколько я помню. И чтобы искать у них в базе похожие вещи на те, которые есть, вот их архитектура сети выглядит так. Здесь у них какая-то UG16 сверточная, здесь они то, что называют shallow layer, это когда у нас картинка даунсамплится, один сверточный слой пулится, и, собственно, мы опять получаем вектор. Дальше мы их конкатим, и снова такие вот тут вот считаем наш триплет лосс, кстати, вот он разрисован. К этим людям у меня есть несколько вопросов. Во-первых, почему VGG16? Потому что, ну, собственно, с такой же почти архитектурой я попытался сюда запихнуть ResNet, сработало намного лучше, чем как бы у них. А, во-вторых, в принципе, когда мы пытаемся вещь смапить в пространство, сама пространство, информация, где на картинке, что у человека есть, нам не особо нужна. Нам главное знать, что вот если есть рукава, то это мы туда вот в кластер, где есть рукава, и значит там какие-то платья и дальше по цвету. То есть пространство, информация, тем более они берут уже fully connected layer, нам не нужна, и сюда можно впихивать там какие-то… Нет. Ну, у них точно такого не читал, возможно, что-то упустил. Вот. Мне что больше всего понравилось, что они говорят, что это типа какая-то там новая архитектура, бла-бла-бла, вот ее имя, но у них же в пейпере есть ссылка на пейпер за 2 года до них, где, собственно, нарисовано почти то же самое, только без названия. Я так и не понял, в чем, собственно, заключается суть того, что они вот это превратили вот в это и назвали это VizNet Architecture. Оно точно такое же. Один в один. Ну, ссылка у них на этот пейпер есть, то есть тут вопросов нету. И в этом пейпере просто пытались одинаковые предметы сделать ближе друг к другу, то есть там что угодно могло быть, лампы, какие-то колеса от машин. Такое. И в итоге у них получилось вот следующее пространство. Датасет у них был какой-то свой закрытый, который они сами парсили, они его в Net не выкладывали. Ну и в принципе это работает. Красные футболки с красными футболками, полосатые футболки с полосатыми футболками, там желтые с желтыми и все такое прочее. У этого подхода, ну вообще, в принципе, когда мы сравниваем картинки с друг другом, есть одна большая проблема. Во-первых, у нас может быть разный фон на всех картинках. Во-вторых, мы пытаемся, допустим, вырезанную кофту на человеке сравнить с другой, а модель и там стоит примерно в одинаковой позе. Вот мы вырезали вместе там с лицом, с головой. И сеть очень сильно фитится на лишние данные, поэтому неплохо бы добавить какую-то штуку, которая работает как attention, что нужно смотреть конкретно в футболку, не фитясь на задний план, на волосы, там, на позу и все такое. Поэтому я в одном из подходов нашел следующий момент.
Вот эта вот вся схема на сером фоне, это в принципе то же самое, что было, это сверточная сеть, которая с триплетлосом обучается мапить в фича спейс наши. И там единственное что, тут есть отдельная веточка, вот эта вот оранжевенькая, это та штука, это отдельная сеть, которая обучалась делать сегментацию. Причем обучалась она делать сегментацию на, собственно, датасетах по сегментации. В итоге после вот этого вот мы получаем маску, которая как бы нам показывает, где именно находится наш искомый предмет. Ну и дальше мы можем уже по этому извлекать фичи, что на этом предмете есть, и мапить его в пространство. Работает лучше. Имплементировать довольно сложно, плюс другой датасет требуется. Вот. И в целом… Первое, что я рассказывал по сегментации и матчингу, должно работать с точки зрения бизнеса следующим образом. Вот у нас есть наша фотография, мы ее загрузили, мы нашли отдельные вещи, мы нашли из нашего embedding space, это то, куда мы все мапили, какие-то похожие вещи, ну и плюс мы какие-то атрибуты классифицировали, там, например, pattern, striped или там… ну не знаю, можно ли по футболке мужская это или женская определить. Ну ладно, окей. Чтобы не писать самому перебор всех векторов в embedding space, все со всеми, это будет очень долго, то в принципе есть готовое решение. Например, вот от Spotify мне советовали библиотеку Annoy. Она работает типа очень быстро, если у вас есть очень-очень много векторов. И кроме pip install, в принципе, вам даже использовать особо ничего не нужно. Ну и дальше, собственно, вот схемка, которая еще раз объясняет то же самое. У нас есть картинка, мы ее сегментировали, мы нашли наши объекты в виде bounding боксов, мы затушили фон, мы повырезали лишнюю нам кожу. Ну и дальше вот по вот этим картинкам мы можем либо по вот этим как-то их сравнивать и искать похожие, а также классифицировать по атрибутам. Ну и кроме того, например, вот одна из идей — это определять цвет вещи, потому что ну, не все люди, например, когда забивают свои фотографии… Ну, есть ресурсы, в которых люди постят свои фотографии и пишут к ним теги. То есть ну, никто не пишет тег «красный свитер». Все просто напишут, допустим, «свитер». И для бизнеса иногда важно определять, какой именно цвет, допустим, наиболее популярный в каком-то определенном регионе. То есть автоматически распознавание цвета одежды – это типа как важная для них вещь. Ну и вот, например, можно просто по среднему пикселю. Мы получили сегмент одежды, получили средний… Ну давай, спрашивай. Мы нет, но это серьезная проблема, и, наверное, ее надо учитывать. Но мы можем сделать assumption, что все люди адекватные и постят хорошие фоточки модельного качества с софитами. Вот. Еще интересный момент, собственно, тоже вот эту штуку я имплементировал, ну не на этой картинке, но похоже, это название цветов. То есть вот у нас есть стандартное название цветов с их RGB-значениями, это три цифры по каналам. Мы можем, вырезав сегмент какой-то шмотки, средний пиксель посчитать, это тоже будет RGB по трем каналам. И дальше по близости, собственно, нашего текущего RGB, который мы получили из фотки, определить какой-то цвет из стандартных названий, из стандартной таблицы названий. Ну и вот, типа, есть очень странное название цветов, я не знаю. Светло-лососевый, да, это отличный цвет, я его тоже… Теперь, есть, естественно, сложные экзамплы, например, если плохое освещение, но это не самый сложный экзампл освещения, в принципе, как-то еще можно попытаться автотюнить. Есть сложные экзамплы более того, в психологическом, что ли, понимании. То есть кто может сказать, почему это сложные экзамплы? Для… Ну, допустим, мы хотим сравнить эти шмотки с другими шмотками и сказать, похожи они либо нет. Вот это сложный экзампл для сети, которая производит процесс вот матчинга между вещами. Почему он сложный? Идеи какие-то есть? Да, но смотри, представь себе, что большинство информации на этой картинке, оно в принципе одинаковое. То есть, ну как бы вот эта вот фича, она совсем маленькая, причем картинки обычно даунсамплятся, поэтому она, ну, будет там 10 на 10 пикселей, допустим, занимать.
В общем, это разные платья, которые похожие, а это одно и то же платье, которое не похожее, потому что они разных цветов, и в принципе цвет — это такая фича, на которую сети, ну, неплохо фитятся. Следующий момент, почти то же самое, это очень похожее визуально платье, которое вообще все абсолютно разное. Вот это. Что это? Это больше по классификации этой одежды. Кто-то может сказать, что это за одежда? Почему это платье? Это штаны. Ну, вообще, вот это название, вот это не поехавшая кодировка, оно реально так называется. Это вьетнамский национальный костюм. И они позиционируют, да, это как платье. И наша сеть тоже определяет это как платье. Но я бы сказал, что это накидка плюс штаны, потому что это реально штаны тут есть между ними. Чего не может быть, потому что мы как бы считаем, что люди адекватные не надевают штаны с платьем. В общем, национальные костюмы — это вообще отдельная проблема. Вот эта штука — это всегда шарф. Вот эта штука — это всегда прическа. Ну, а там юбка иногда, иногда штаны через раз, в принципе. То есть высокая мода — это тоже довольно большая проблема, потому что вот это вот отдельный предмет одежды, он стоит 935 фунтов, его можно купить прямо сейчас по этой ссылочке, если хотите. И в принципе, ну, это футболка-рубашка одновременно. Причем вы, скорее всего, можете ее надевать рубашечной стороной и футболочной, в зависимости от того, как вам больше нравится. Ну и в принципе, у них вот конкретно чаще всего заказчики, они работают с миром высокой моды, и вот такое у них происходит. То есть датасетов для вот такого не существует, поэтому, ну, как бы просто цивильным датасетом — это сильный гэп между обычными вещами и вот этим, поэтому начинает гораздо больше глючить. Так, дальше. Мы переходим к классификации. То есть это самая скучная часть, потому что классифицировать, в принципе, можно что угодно. Вот то, что я говорил, что стиль бейсбол и Микки Маус, если кому-то внезапно это надо, там вплоть до отдельных тканей, я не знаю, там кроп — это длинная вещь, либо короткая. То есть, в принципе, классификатор — это не очень интересно. Гораздо интереснее — это подходы, когда пытаются что-то сгенерировать. То есть вот один из пейперов, которых я находил, у нас есть наша оригинальная таргет-картинка, это ваш лук в каких-то вещах, вы описываете, как вы себя видите, и, собственно, Ганом вам генерит ту же самую картинку, только уже в новой одежде. Ну, тут видно, что оно сгенеренное, оно довольно страшненько получается, но, в принципе, издалека можно принять за настоящую картинку. Работает это у них в два этапа. Сначала первый ган генерит из нашей новой картинки новую сегментационную маску. Следующий из этой сегментационной маски генерирует уже новую картинку, то, как она должна выглядеть. И, собственно, вот у них пример, как это работает. Следующий пример, тоже кейс для бизнеса довольно интересный, это виртуальная примерка. То есть почти все, кто работает с фэшн-индустрией, у них есть вот такая проблема, как виртуальная примерка. У вас есть магазин, у вас есть какая-то шмотка, у вас есть ваша фотка, но вы не знаете, как вы будете выглядеть в этой вещи. Собственно, вы можете это совместить, и вам перерисуют вас же в новой вещи. Ну и примеры, как у них это работает, довольно красиво получается. Еще сравнение разных ганов, либо просто непараметрических моделей, я так понимаю, это мы взяли оригинальную шмотку и заскейлили на тело с их подходом, и, естественно, у них лучше всего. По поводу датасета. Всегда выкачивайте датасет, когда он есть, как только он появляется, потому что я решил это сделать попозже, вот, собственно, для вот этих ребят, и ровно через две недели у них на сайте появилась вот такая штука. Тут написано, что в связи с копирайтом датасет использовать нелегально, так что если кто-то его скачал, то он плохой парень и пользуется нелегальными датасетами. Ну, немного, да. Можно им немножко продать его кому-нибудь так. Следующий момент — это чат-боты, которые разговаривают с вами о фэшене. В принципе, чуть ли не единственный пейпер, в котором это довольно забавно получается, который я нашел. Ну, как обычно,
NLP-модели генерируют описание к картинкам. Это что-то типа «мальчик едет на скейтборде по зеленому полю». Ну, если чат-бот вам на вашу картинку напишет, что эта девочка стоит в платье на паркете, это неинтересно. Поэтому ну, мы... идея в том, чтобы генерить что-то, как ваши друзья разговаривают с вами. Ну и, собственно, вот то, что... То, как работает предложенный метод, это куча смайликов, я люблю ваш стиль, мне нравятся твои волосы и все такое прочее. Единственное, что бизнес к вот этому хочет добавить сразу же ссылочку, где можно что-то докупить к тому, что есть. Ну, то есть мне нравятся ваши волосы, вот вам парикмахерская, сходите, класс. Ну, вот еще примеры, и вот самое нижнее, вот, это их подход. В основном смайлики делают сообщения. А, да, но если тебе... В смысле, ты вручную это можешь написать как человек? Не, я тебе верю, конечно, ты можешь. Предполагается, что это должно иметь какой-то смысл. Это главный assumption для этого решения. Ну, возможно, люди пишут еще хуже, мы не знаем. То есть это же, в принципе, обучалось на реальных комментариях к реальным картинкам, поэтому как бы ты не переоценивай человечество. Рекомендации. То есть бизнес еще очень интересно, кроме того, что что-то похожее вам продать, это еще подать что-то, что к этому подходит. То есть это you may also like и какую-то там картинку сумки. В принципе, один из подходов, с которым мы можем чисто по пикселям сравнить шмотку со другой шмоткой, это использовать датасет, как в предыдущем, где мы похожие вещи одним айдишником называли, только вещи, которые фитятся с друг другом, ну то есть хорошо с друг другом смотрятся, они тоже будут обладать одним айдишником, и точно такую же конволюционную сеть мы обучаем точно таким же триплет-лоссом, в котором триплеты у нас подбираются по... не по похожести, а по подходящести к друг другу. Ну, собственно, вот эта схема исчерпывающая описывает, что должно происходить. А вот это вот то, что у них получилось в виде пространства, в которое они смапили куча вещей. Тут основная проблема, что мы не знаем, какие вещи подходят друг другу. Ну, то есть, окей, мы можем нанять какой-то индийский сервис, который разметит нам вещи, которые похожи на друг друга, но мы не можем сделать то же самое, чтобы они нам разметили вещи, которые подходящие друг другу, потому что это требует какой-то, ну что ли, понимания предметной области. То есть, ну, я сомневаюсь, что эти ребята что-то понимают в дизайне. То есть ты подозреваешь, что уже началось? Началось, да. Мы не уверены, что этот человек хорошо выглядит. То есть одна из идей это... Да, одна из идей, которых у меня была, это искать фоточки, хорошо оцененные, допустим, в Инстаграме в 5 звездочек из 5 и предполагать, что, наверное, человек хорошо выглядит. Но снова-таки тут... Может быть очень много проблем с тем, что этого человека все оценивают хорошо, потому что его знают, хотя на самом деле идет он говняно. Ну, это реальный кейс. И более того, есть даже у меня там в ссылочках в конце отдельный пейпер, называется «Chick or Social». Они пытались определить, за что барышни ставят большие оценки. За то, что она социально, у нее много связей, либо потому, что она хорошо выглядит. И, по-моему, это делали по фотографии плюс социальному графу. Вот если кому-то интересно, можете вчитаться. Поэтому не всегда эта штука сработает, но можно попробовать. Также часто мелькает идея, это не просто искать готовые вещи из базы данных, либо же матчить их как-то между собой, либо дизайнер, чтобы их матчил, а генерить на ходу. То есть, ну вот эта схема тоже исчерпывающе показывает основную идею. То есть мы из датасета выбрали похожее на то, что человек хочет. Мы получили мало лайков, сгенерили ему на ходу, если он там писал какую-то абсолютно больную вещь, как рубашка-футболка, окей, ему это нравится, он это купит за 910 фунтов. Ну и вот, кстати, картинка с сравнением, то есть полностью генерированные вещи, которые человек хотел, и ближайшие к ним из настоящего датасета. В принципе, как бы, если... Я даже не знаю, как описать вот это вот, но, наверное, кому-то оно нравится. Почему они это хотели? А почему ты что-то хочешь? Ну,
Ну вот смотри, ты сможешь описать любые свои желания, и тебе сгенерят что-то. Ну, предмет для исследования, генерация Pornhub контента на ганами. Например, ну тоже, почему мы считаем, что бизнесу это интересно? Потому что, например, находил конкурсы, один из них это Fashion Gen Challenge, это генерация, челлендж на генерацию предметов одежды. По-моему, там 2 дня осталось, если кто-то хочет попробовать успеть поучаствовать, вот можете по ссылочке. И вот на этой картинке у них на главном сайте написано, что все предметы одежды сгенерированы с нуля, то есть можете попробовать. В принципе, челленджей довольно много. Находил челлендж по предикту атрибутов вещей. То есть нужно было, вот то, как я до этого рассказывал, классифицировать тип ткани, еще что-то. Но, собственно, кто лучше это сделает, тот и молодец. Чем интересен этот челлендж? Там большой приз очень, что-то около 1 000 000, по-моему, был на сайте. То есть бизнесу это интересно, если они готовы платить деньги для того, чтобы нейросети хорошо определяли шмотки. По поводу того, на чем простом тестить ваши модели. Вот есть в обычной жизни МНИСТ с циферками, для фэшена есть Fashion MNIST. Это таких же 10 классов, только вещей. Причем я думал, что какая-то странная, редко используемая фигня, но оказалось нет, ее реально люди используют и на ней что-то тестируют. Но почему фэшн? Почему фэшн, МНИСТ, а не… Ну окей, в готовой фигне мы заменяем URL, и все работает, в этом секрет, как сказал нам Виталик, можно использовать. Также по поводу интересных способов сбора датасета, к сожалению, кстати, конкретно этот сайт сейчас не работает, мне было бы интересно им попользоваться. Для того, чтобы определять, какому стилю принадлежит фотография, там их штук 10, по-моему, типа хипстер, год, еще кто-то. Вот был сайт «Кто больше хипстер», и из 2 фоток вам предлагали выбирать. В итоге из этого они напарсили датасет, который позволял, ну вот для примера, по некоторым категориям классифицировать внешний вид людей. Ну и, кстати, вот на этом примере это у нас наибольшие готы, вот это наименьшие готы из тех, которых нам выдает сеть. Ну и вот самые хипстеры и самые не хипстеры. То есть ковбой в шляпе точно не хипстер. Хотя казалось бы. Также из интересного ресерча в этом же пейпере были попытки определить, какая именно часть картинки, либо какая именно деталь одежды делает вашу фотографию больше похожей на определенный класс. Вот в этой барышне, судя по хитмапе, наибольший вклад в хипстерство привнесли туфли. Я как бы не знаю, кто-то с этим согласен, нет, там можете оспорить, хотя тут видно плохо. Очки, ну… Окей. Ну и тоже вот конкретно какая часть картинки внесла там больше всего в определение человека, как… Ну да, это богема. Но, в принципе, возможно. Кстати, кто-то знает, что за стиль преппи? То есть школьники. Богатые школьники. Окей. Окей. Еще интересный ресерч по поводу определенных данных, которые можно выпарсить с интернета. Это выпаршенный сайт, куда люди загружают свои луки, и другие люди их оценивают. Плюс каждому луку там есть определенные теги. То есть вот это вот это хитмапа количества постов. То есть чем больше, тем темнее. Вот это хитмапа средней красоты. И вот по ней сразу видно самую некрасивую страну и самую красивую страну. Например, Белоруссия, она не очень красивая, она менее красивая, чем Украина.
Ну, если кто там хочет найти самых красивых людей и рядом с ними сразу же самых некрасивых, ну, кто помнит, что это за страны, можете сказать. По поводу тегов, у них также был средний, ну, типа центроида кластера одежды, которая появляется в тегах этих постов. И тут я, помнится, определил, что если во всей Европе практически и в Америке это черная с черной сумкой, то Украина здесь очень выделяется, и почему-то это коричневые либо голубые пиджаки. Возможно, просто было мало фотографий, и все эти фотографии, которые были, это были чуваки в голубых и коричневых пиджаках. По поводу post-estimation, собственно, одна из идей была это пытаться на основании скелета, который мы детектим на человеке, говорить ему, насколько в красивой позе он стал. И, в принципе, для этого есть решения open-source, типа OpenPose, либо тот же Masker CNN, но он умеет, если при соответствующем датасете, ключевые точки, такие как локти, плечи, детектить, и по нему тоже можно строить скелет. Также перечисляя интересные различные кейсы, которые я встречал, это по одежде попытка определить социальные группы. Ну, это, наверное, недалеко ушло от стиля там богема, хипстеры, занятость, то есть юристов по пиджакам вообще легко. И казалось бы, что ну, немного людей должны этим заниматься, но нет, очень много стартапов, причем у этих стартапов разная степень готовности, как у некоторых есть просто лендинг-пейдж, так вот у этих ребят, например, отличная демка, которая умеет сегментацию, они ищут отдельные предметы одежды и сразу же вам предлагают похожие из своей базы. Либо, например, вот эти ребята, у них вообще полный цикл, они и сегментацию, и из базы выдирают похожие картинки. И еще интересное, у них даже есть эта генерация моделей в платьях, которые придумал дизайнер. То есть, чтобы не наймать модель, чтобы она не стояла с этим платьем, они говорят, окей, давайте сгенерим ганом сразу же барышню в этом платье. И по их заявлению, вот эти все картинки, это сгенерированные, то есть это не настоящие люди. Аналогичный ресурс китайского производства, который определяет, где именно находится предмет одежды и выпаршивает его из базы. Причем работает, как по мне, довольно плохо, потому что самые простые эксперименты давали уже лучшие результаты. И еще аналогичный ресурс, который вот недавно совсем мелькал в Фейсбуке у всех, это то же самое. У нас есть фотка, мы ее загрузили, оно нашло наш предмет одежды и из базы вытащило. Единственное применение, зачем я вижу этим демкам, мы опять-таки можем использовать их, чтобы выпаршивать себе датасет по нашим данным. То есть загружаем картинку, парсим все, что нам отдал, и считаем, что он работает классно, но здесь есть опасность, что он работает не классно. Как вообще видит бизнес, как это должно работать в индустрии моды? То есть есть такой триплет картинок. Модный показ, и здесь сидит некий Джаред Лето, известный солист известной группы. В приближенном виде он выглядит вот так вот, и потом через пару недель он выглядит уже вот так вот. Если внезапно у кого-то есть какие-то вопросы, либо кто-то хочет больше датасетов, а у меня есть целый список, наверное, с 50 open-source, чуть ли не для всех случаев жизни, которые можно придумать по моде, я готов отвечать на них, ссылка. Вот. Кроме того, из интересных историй у меня есть, что после долгой рабочей переписки в Скайпе, а в Скайпе есть баннер, мне розетка стала советовать почему-то исключительно одежду. Я не знаю, как они это сделали, возможно, они реально парсят сообщения. Вот. Поэтому розетку я уже воспринимаю не вот так, а как-то вот так. Я не знаю. Ну, то есть я в Скайпе только не могу это отключить, и типа в Скайпе же это вижу. Я тру кукисы, у меня всегда правит режим в браузере. Ну, окей, ладно, как-то они это сделали. Респект им, я не понял как. Твою паранойю я помню, винда все сливает. Не сливать все. Серьезно?
покажешь. Это интересная, интересная информация. По ссылкам. Я их, к сожалению, поленился уже в который раз подписать, поэтому я могу примерно описать, что где. Вот это вот, это тот пейпер, к нему есть сразу же картинка по поводу того, мы пытаемся определить, ставят больше лайков за красивость фотографии, либо же за социальность. Вот это вот очень здоровая презентация, почти по размеру, как моих 90 слайдов, тоже с компиляцией подходов, пейперов, что в принципе сейчас происходит в области, какие есть компетиторы. Medium статья с датасетами. И вот тут Medium статья с чуваком, который делает полный цикл. Сначала парсит себе датасет, потом пишет сеточку, чтобы триплет лоссом сравнивать вещи, и у него есть демка, чтобы их сравнивать с друг другом. В принципе, у него это как-то работает. Не скажу, что лучший подход, но если кто-то хочет с нуля что-то написать, можно его почитать. Да, в принципе, все. Вопросы, пожелания, предложения. Ты не думал о сетке, которая будет генерить свой стиль для одежды? Свой стиль для одежды? Ну, типа, один из тасков — это типа подбор одежды по стилю. Ну и подбор одежды, он зависит от тех стилей, которые есть на сегодняшний момент. Но чтобы типа быть самым крутым, ты же должен отличаться. Ты должен изобрести не гота, а типа какого-то там… Да, какое-то извращение дикое. Извращение. Просто, да, показать, чтобы оно в мейнстрим вошло. А я не уверен, что это кому-то нужно, в принципе, кроме тебя. Ну, то есть, серьезно. Ну, ты видел там неделю высокой моды там где-нибудь в Париже? Возможно, они так и работают, окей. Кстати, был же недавно чувак, типа, постил, как он взял какие-то вещи на рынке, купил джинсы какие-то. Потом поехал в Париж, типа, сказал, что я офигенный дизайнер, и там, типа, прокачался. Может быть, я не знаю. Но, судя по всему, даже Balenciaga так и шьет вещи, когда мы пришиваем что-то к чему-то и говорим, что это модно. Может, и дорого. Нейронка. Нейронка в голове у чувака, который это шьет. Окей, еще? У тебя вопрос есть? Окей. Себе. Нет, схоже, не хочу. Що у нас більше немає ні в кого запитань, вірно? Окей. Добре, тоді наразі дякуємо Ігорю. Ми зараз робимо коротку перерву, десь так хвилин на 15 до 8.30. Зробіть все, що вам потрібно зробити під час цієї перерви. На другому поверсі через кухню є вихід на терасу. О 8.30 чекаємо всіх назад в зал.